Здравствуйте. Hello. Здравствуйте. Duty free? Duty free, yeah. Yeah. Отлично, mm-hmm. как раз успеваю. English? English, yes, yes, ага, English. Отлично. Deutsch? Yeah, ага. Deutsch, yeah. Yeah. Français? Oui, oui, mm. Français, yeah. Сейчас, приготовься, самое главное. Russia? No, no. Russia, no. Надо Sorry. Russia было. Чего ты языки-то не учишь, а? Че ты так и будешь работать продавцом все время? Ладно, давай, давай по-английски. Хотела по-английски, давай по-английски. Мне... Понимаешь, да? По-английски тебе говорю. Мне нужны, понимаешь, духи для моей жены. Поняла? А? What? А? Где? Вот, what? Что? Неправильный вопрос ты задаешь. Должна была спросить, какие... А не вот. Я бы тебе сказал, духи с легким цветочным ароматом, понимаешь? Ты английский знаешь? Я yes, yes, English, знаешь, как, yes, yes, English. Если знаешь, то объясни мне, как по-английски будет жена. Как жена по-английски? Ты говоришь, знаешь, какой-то кошмар вообще. One виски, one текила. Окей, 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 окей. Слушай, братан, ты так шпаришь по-английски, выручай. Пожалуйста, очень надо. Скажи, мне нужны духи с легким цветочным ароматом для жены. Понимаешь, брат, у меня английский в очень узком диапазоне. Ладно, ладно, давай сам, давай. Все, смотри, забудь то, ладно? Смотри, я женат. Женат, видишь? Как по-английски будет жена? Я тебе показываю, как жена по-английски. Как? Фингер. Фингер, фингер, да, жена по-английски, фингер. Фингер. Разобрались. Вот смотри. Значит, мне нужны духи с легким цветочным ароматом для моей фингер. Поняла, нет? Давай, для фингер мне нужны духи. Неси, раз поняла. Please, вот, поняла, что? Что, где, какой, где? Ну, что ты тыкаешь? Иди, иди помоги, что тебе? Ну, гири там реально, что ли? Мне нужны духи для фингера. Ну, ты понимаешь или нет? Духи для фингера. Что ты там делаешь? Что ты? Я объясняю, что там ты тыкаешь. Что зык-зык? Я тебе объясняю, духи для жены нужны. Смотри, ладно, свадьба. Свадьба у вас есть? У америкосов свадьба есть? Свадьба, букет. Букет-то ты понимаешь, нет? Перестань это делать. Перестань, а букет. Смотри, значит, вот мой фингер, букет вот так вот делает. Вот так, вот, назад его будет бросать. А много-много-много не фингеров, вот этот вот букет вот, ловят. И тот, кто поймал, стал фингером, понял? А? Понимаешь ты меня или нет? Mm-mm, I'm sorry. О, таксист пришел, сейчас объяснит все, давай. Все. Please, say me. Don't worry. Да. Mr. Come on, please. Да, да, да. Проблем. Смотри, короче, объясни ей, короче, мне нужны духи с легким цветочным ароматом для моей фингер. Понятно, нет, с легким цветочным just ароматом. Please. Что ты делаешь? Что just ты делаешь? Come with me, please! Нет, 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 вот эта штука я уже купил. В чемодане тихонечко лежит, это подарок. Ты что, дурёк, ты что, чеканулся? Это же пистолет, ты что, чокнулся? Мазочка! Это же пистолет, ты что, как тебя пропустили? Ты что, можно? Я не понимаю. Ты что, чокнули, что ли? Это же работа, там режим на земле, у нас пистолетом ходит. Что? Ладно, уйди, уйди, уйди. Видимо, у вас можно, я не знаю, таксисты с пистиками. Смотри, я тебе по-другому объясню. Я тебе по-другому объясню. Смотри, второй день свадьбы. Второй день свадьбы. Фингер, помнишь фингера? Смотри, фингер, значит. Свадьба, второй день, 700 человек. Я тебе Петя на баяне. 700 человек, вот из стула. И как только он остановился, все садятся, включая мой фингер, понимаешь? Мне на стул садятся. 5 часов идет свадьба, и мой фингер, он выигрывает. Поняла? И от нее немножечко пахнет, пахнет. И я хочу духи с легким цветочным ароматом для нее. Поняла ты или нет? А? Ну вот, наконец-то. Иди, раз поняла. Иди, иди, давай, послушай, иди. Давай. Давай, 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 давай. Давай. Да, не знаю, что делать. Черт с тобой. Как там этот говорил? Ван виски, ван текила, да? Окей.
Отлично. Сколько денег? Денег? Ну, презент, денег. Презент, а? Презент. Не надо? Презент, на, писика, дай этому полудурку, на, дай. Да полудурочная тоже. Дорогие женщины, если ваши мужчины приезжают из отпуска без подарка и чуть поддатые, это не значит, что они вас забыли. Наверняка там их просто не поняли.